Благодарственные письма, почетные грамоты, медали и нагрудные знаки накануне Дня независимости вручили представителям сферы культуры региона. Актеры, артисты, художники, модельеры, швеи, музейные смотрители, ассистент режиссера и многие другие в этот день оказались в центре внимания. Моя коллега подробнее. На 29-ю годовщину независимости страны выпало немало испытаний. Одно из них – борьба с коронавирусной инфекцией. В сфере культуры региона пришлось прекратить все свои живые выступления и перейти на онлайн-формат. Несмотря ни на что, именно эти люди своими талантами поддерживали североказахстанцев в этот непростой период. Благодаря единству, сплоченности, благодаря мудрой политике государства мы эти испытания проходим. Я уверен, что все мы уверенно смотрим в будущее. И нас ждут еще новые вершины, новые высоты. Позвольте в преддверии праздника вас поздравить еще раз. Аида Супатаева более 20 лет работает в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. Каждый раз, выходя на сцену, она, как и другие коллеги театрального братства, мечтает максимально вжиться в образ героя. В преддверии Дня независимости актрисе вручили почетную грамоту президента Республики Казахстан за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Конечно, я благодарна. Награждение получить от самого президента, это, конечно, радует, окрыляет, как бы человека, творчество, что обо мне вспомнили, что, оказывается, заслуги учитываются. Но это, с одной стороны, еще ответственность. Ой, в будущем, когда еще будешь работать, сейчас я в театр как пойду, все будут смотреть. Как-то я буду стараться, буду как бы вдохновляться. Более 10 лет в областном театре «Кукол» трудится Ирина Колесникова. Женщина создает различные образы и шьет костюмы для выступлений. В период чрезвычайного положения в стране, когда все развлекательные учреждения приостановили свою работу, художник-модельер занялась пошивом масок и раздавала их бесплатно. За благородное дело женщина награждена медалью «Халык Алгысы». Очень интересно и очень неожиданно. И главное, спектакли у нас не повторяются. Очень интересно работать с режиссерами, особенно когда приезжают первый раз к нам. Нам надо не то, что поймать мысль режиссера и художника, нам это еще надо воплотить к нашей сцене, к нашим актерам. Также в этот день труд ряда работников сферы культуры отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами акима Северо-Казахстанской области, нагрудным знаком на Надиниет Саласыны ОСДГ и почетными грамотами Министерства культуры и спорта. Анастасия Дроняк, Самат Сингалиев, служба новостей.